Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами проектом без вложений. Называется «Халява». Значит, дает бонусы на Payeer, Kiwi, Яндекс. И что он нам предлагает? Для участников 6 видов раздачи. Есть облачный майнинг, вывод без ограничений. Вкладывать не нужно. Вывод денежных средств с 1 рубля. Значит, для партнеров все по 10%. Ну и для рекламодателей витрина ссылок с 1 рубля и баннерная реклама от 10 рублей. Так, регистрация здесь очень простая. Логин, имейл, пароль. Здесь вот есть, друзья, выплаты. То, что вот 4.06 типа платит. Все замечательно. Так, я же войду. Вход по имейлу. Сохраняем имейл и пароль. Я только что зарегистрировалась. Еще ничего не делала. Значит, так вот наш кабинет выглядит изнутри. Значит, здесь вот кабинет, вкладочка. Вкладочка «Партнерская программа». Находится наша партнерская ссылочка. Вот она. Баннер есть. Далее вкладочка «Мои рефералы». И будут отображаться партнеры. Настройки. Так, настройки у нас сменить пароль. Прописываем кошелек Payeer. Почему-то здесь один. Так. А, так, адрес вашей электронной почты. Нужно, я почту не подтвердила. Нужно подтвердить электронный адрес. Сейчас это исправим. На почте письма никакого нет. Возможно, оно придет позже. Так, ну давайте перейдем к бонусам. Так, Payeer я потом сохраню. Раздача номер один. Что нужно сделать? Для того, чтобы появилась кнопка выдачи, вам нужно выполнить несколько действий. Первое. Кликнуть по баннеру справа. Кликаем. Нас перебрасывает на страничку. Возвращаемся. Так, кликнуть по рекламной ссылке справа. Вот здесь у нас рекламные ссылки. Значит, выбираем любую. Возвращаемся. Далее, третье. Кликнуть по баннеру внизу. Так, внизу. По баннеру. Вот по этому баннеру. Нажимаем. Возвращаемся. И появляется вкладочка «Забрать раздачу». На ваш счет зачислена раздача в размере вот такой суммы. На счет рефера зачислен бонус в размере вот такого, как бы, денежка, да? Значит, следующая раздача. То же самое. Кликаем. Так. По ссылке. Сейчас я это все закрыть бы. Надо бы. И по ссылочке кликаем. Возвращаемся. И внизу по баннеру. И опять нажимаем. Появляется вкладочка «Раздача». И вот здесь уже побольше капнуло. Копеечкам и так далее. Раздача 1 минута, 10 минут, 30 минут, 1 час. Раздача раз в 12 часов, раздача в 24 часа. Все то же самое. Баннер, ссылочка и вот внизу ссылочка. Так, далее что? Майнинг есть. Так, майнинг рубля — это хорошая возможность зарабатывать средства. Так, для того, чтобы появилась кнопка снятия средств с майнинга, вам нужно кликнуть по баннеру справа, кликнуть по рекламной ссылке справа, кликнуть по баннеру внизу. Так, все то же самое. По баннеру кликаем, по ссылочке и внизу баннер. И появляется кликнуть, как бы, вот эту сумму, что здесь у нас намайнится, переводится на основной баланс.
Далее, скоро серфинг будет и задание. И вот у вас, вот у меня 4 копейки. Здесь вывести средства, минимальный вывод от 1 рубля. Вот, друзья, кому интересно, пользуйтесь. Вывод, естественно, будем проверять, как бы, так сказать, собственноручно. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!